при Архангельском храме блаженной Матроны Московской открылся женский клуб «Светлица». Здесь прихожанки храма объединились для добрых и радостных дел. В планах клуба беседы со священниками, встречи с интересными людьми и специалистами, мастер-классы по рукоделию и кулинарии, помощь в проведении праздников на приходе, молитвенная и материальная помощь нуждающимся. Встречи «Светлицы» будут проходить по вторникам в 18:30. Клуб открыт для всех желающих, независимо от возраста. Надеемся, что он станет местом душевного общения, источником вдохновения и инициатором добрых дел, говорится на страничке объединения. Руководит клубом Светлана Ипатова. Подробности можно узнать по телефону или на странице «Светлицы ВКонтакте»